В Москве выпускника Тимирязевской сельхозакадемии задержали с необычным грузом, с гашишем. При нем был целый килограмм наркотика. Выяснилось, что 22-летний парень продажи наркотиков зарабатывал себе на жизнь. После окончания вуза он нигде не работал, но денег от сбыта гашиша вполне ему хватало. Этому он и радовался. Но вот Мур вышел на торговца в результате оперативной разработки. Наркотики, как выяснилось, тот хранил прямо в своей квартире на Братиславской улице в Москве. Хотя у бывалых оперативников найденные свертки сомнений и не вызывали, но их все равно отправили сейчас на экспертизу. Сам же выпускник академии задержан по статье «Сбыт наркотических средств в особо крупном размере».